Да, мам, понял я, все понял. Подожди, какие цветы? Мы с тобой только на торт договаривались. Ай, ну это в последний раз. Все, давай, я пошел. О, привет, Вань. Не ожидала тебя здесь увидеть. Как романтично. И кто она? Привет, Маш. Вместо того, чтобы ржать, лучше помоги мне. Как думаешь, какие выбрать? Вот эти, эти или вот эти? А может быть, вон те? Да, у бабушки сегодня день рождения. Нужно поздравить. А, ну тогда понятно. А какие цветы любит твоя бабушка? Она любит ромашки. Ты что? Какие ромашки зимой? Возьми лучше хризантемы. Они красивые, да и стоят долго. Ну все, мы определились. Упакуйте, пожалуйста, нам вон тот букетик. Спасибо, что помогла. Да не за что. Иди поздравляй свою бабушку. Слушай, Маш, а не могла бы ты пойти со мной? Вообще-то мы с девчонками в кино собрались. Маш, ну пожалуйста, это недолго. Потом вместе в кино сходим. Ну ладно, пойдем. Если недолго. Ты знаешь, вообще-то она мне не бабушка, а прабабушка. Она такая древняя, что ей, по-моему, все равно, ромашки или как их... Хризантемы. Да и, по-моему, ты явно не их взял. Зато красивые. Зайдем, поздравим и сразу в кино. Кстати, у меня еще шарики есть. Давай шарики надуем. Подержи, пожалуйста. С вами? Вам плохо? Может, скорую вызвать? Нет, спасибо. Все в порядке. Просто голова закружилась. Тут письма старые. А ваши? Это письма моего отца, отправленные с фронта. Он писал их одной девушке, которая во время войны спасла ему жизнь. Она вынесла его с поля боя. А потом ухаживал за ним в госпитале. Отец восстановился, вернулся на фронт. Они писали друг другу, но судьба распорядилась по-своему. Госпиталь разбомбили, часть его была эвакуирована. Но это не точно. Письма не нашли своего адресата. И вернулись. Связь была потеряна. К сожалению, отца уже нет в живых, а письма вот остались. И даже ромашки сохранились. Отец всю жизнь искал свою Ниночку Полякову. Простите, как вы сказали, зовут девушку? Ее зовут Нина. Нина Васильевна Полякова. И у нее сегодня день рождения. Здравствуй, дорогая Ниночка. Пишу тебе между боями. Немцы отступают. Я знаю. Война скоро закончится. И мы обязательно встретимся. Где ты сейчас, Ниночка? Помнишь, в госпитале я тебя спросил, какие твои самые любимые цветы? И ты сказала, что очень любишь ромашки. И тогда я пообещал,
что на твой день рождения подарю тебе их целую охапку. А ты рассмеялась, обняла меня и сказала: «У меня день рождения в феврале. Какие ромашки? Пожалуйста, ты только выживи». Ба, поздравляю тебя с днем рождения! С днем рождения, Нина Васильевна! Мы принесли вам цветы! Мы принесли вам ромашки! Ромашки из 45-го.